Photoshop прошлого века. Кто такая Чайка? Как творить фотомагию? Все это покажут и расскажут в Дубасарах. Там открылась новая выставка. Приглашают всех. Фотоувеличитель. Вот заправлялась пленочка, включался свет на очень короткое количество времени. Да. Здесь мы увидели негатив, потому что на пленке негативное изображение. И уже когда эту бумагу мы помещали в ванночку с проявителем, здесь чудесным образом, в принципе, получалась такая вот, выходила позитивная, как бы, позитивный снимок. Добавьте к этому красный фонарь, ванночки с реактивами и получим настоящую магию. Конечно, сейчас все эти экспонаты легко заменит один смартфон. А это чудо фотошопа из прошлого. Да, такие технологии были и в докомпьютерную эру. Вот это у меня в руках не просто фотография, это, можно сказать, дедушка фотошопа. Потому что здесь коллаж есть, да. Главный герой. И вокруг вот накидали, да, эффектов. Да, по сути, да, это фотоколлаж, это действительно тот самый фотошоп, который использовался. Я помню, в те времена действительно можно было сделать какой-то фотоколлаж, но это очень долгий процесс. Нужно было что-то снять, например, потом вырезать, наложить на фотографию, переснять опять, и после этого проявить, и тогда получаешь какой-то вот необходимый результат. Сейчас все намного проще. В Дубасарах, к слову, есть фотостудия. Там научат, как правильно и красиво фотографировать. Это были случаи, когда ко мне обращались люди, по сути, пенсионного возраста, которые просили помочь рассказать, как правильно сделать тот или иной снимок природы или портрет. Их интересовало именно выставить фотографии именно в соцсети где-то там. Ну, они хотели выглядеть очень хорошо или же снимать свою семью, там, внуков. На выставке фотоаппараты ФЭД, «Зенит» и «Чайка-2». Последний носит имя космонавты Валентины Терешковой. «Чайка» – ее позывной. У меня в руках уникальный экспонат. Механическая кинокамера-экран. Как же она работает? Берем, заводим, как будто старые часы. Пленка накручивается и нажимаем на запись. Все просто. На стенах современные фото, портреты и городские пейзажи. Рядом привет из прошлого. Студийные аппараты начала 20 века. Выставка в Дубасарах до 10 февраля.